Жители многоэтажных домов поселка Деркул жалуются на водоснабжение. Сейчас люди дожидаются представителей отдела жилищно-коммунального хозяйства ИТО «Батыс-Сорнасы». Они хотят показать чиновникам, что воды на самом деле даже сейчас среди бела дня нет. Улица Трудовая, на ней расположены дома за номерами 4, 6 и 8, в которых проживают несколько сотен человек. Проблемы с водой здесь начались еще в прошлом году. Люди обращаются в местные исполнительные органы ИТО «Батыс-Сорнасы». В ответ получают только обещание разобраться. С мая месяца даже на первом и на втором этаже нет воды. Часов в 12 ее дают, в 7 утра ночи, в 7 утра полседьмого я встаю на работу, уже нет воды. То есть нам не мыться, не стираться, ничего у нас нет. Не приготовить, не элементарные вещи какие-то бытовые сделать. Платим «Батыс-Сорнасы». У меня за год, я живу на пятом этаже, 4000 тенге. Это же ненормально. 4000 тенге. Я почти ее не потребляю. Отсутствие воды деркульцы связывают с наступлением дачного сезона. С недавнего времени жителям поселка разрешили использовать питьевую воду для полива приусадебных участков. Раньше для этих целей пользовались технической водой. Практически невозможно ни помыться, ни постирать, ни туалет смыть, ничего. Трассу нам ремонтировали сравнительно недавно, я не знаю как. Мы в наших домах поменяли трассу водяную, что вот были отговорки, у вас там трубы лопнутые, у вас там утечка, там проржавевшие. Мы все поменяли. Четвертый дом, шестой дом, восьмой дом. Мы поменяли. Воды как не было, так и нет. Какие неудобства, как пользуетесь? Неудобства у нас огромные, потому что мы набираем запасы, ведерки, там тазики, все вот это, баклажки. Все колонки у нас убрали. Представители ТО «Батыс-Сорнасы» прибыли на место. Специалисты заявили, что летом резко выросло водопотребление поселка. Было дано распоряжение подключить дополнительный двигатель на насосной станции. По данному объекту поступило только в этом году первый раз насчет давления воды. Значит, на данный момент прибыла аварийная бригада «Батыс-Сорнасы». Будут полностью разбираться, в чем причина, из-за чего, как, почему и в дальнейшем будут приниматься меры, необходимые все. В ТО «Батыс-Сорнасы» отметили, что вопросы водоснабжения поселка будут решены. Роман Копняев, Манарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК-42.